Дистанция 100 метров, проверка прилета, обнуление в крест. Работаю с сошек. Леший 1, GSB Волан 1.6, скорость 260. Консервная банка. Напор на сошки. Задний упор палка. Левая рука подпирает. Есть попадание 100 метров. Иду дальше. Вниз 4.8 мрад. 139 метров вниз 4.8. Вниз 4.8 мрад. 139 метров вниз 4.8. Деривация 0.2. Вниз 4.8. Резкость. Вправо. Четыре восемь четко, вот 0.2 было лишнее. Но прикольно. Вниз 8.8 мрад. 167 метров 8.8. Вниз 8.7 мрад. Вниз 8.7 мрад. Вниз 8.7 мрад. 8.7, 167 метров. 167 метров, 8.7, деривацию показывает 0.4. Это без учета ветра. 8.7. Понижаю чуть-чуть градусность, регулирую фокус. Сошки ровно, уровень ровно, зерковый 8.7 на 0.4. Флаг в норме. 8.7. Есть попадание. Попал в банку. В ее нижний край. Значит, поправка на деривацию была верна. Ну, хотя тут еще такой ветер. Если 0.5, уже так чувствуется, хотя 0.5 мы не замерим. Но, тем не менее, в банку я попал. 167 метров.